По всей России 28 октября отмечают День бабушек и дедушек. Цель праздника – показать старшему поколению его важность и значимость для внуков, их любовь. Для многих людей бабушки и дедушки – неотъемлемая часть жизни. Это беззаботные летние каникулы, сказки на ночь, вкуснейшие пирожки. О своих бабушках и дедушках рассказали жители станицы Северской. Моя бабушка, когда я к ней приезжаю, кормит меня на убой. Блинчики, там, пирожки. Хорошо провожу время, конечно, с ней. Незабываемое. Моя бабушка родная, любимая и самая лучшая. Она очень оригинальная, современная и добрая. Мой дедушка занимается садоводством. Он очень добрый, понимающий человек. Я очень люблю с ним работать в огороде или заниматься какими-нибудь делами. В этот день принято ездить к бабушкам и дедушкам, дарить им милые подарки, беседовать и рассматривать старые фотоальбомы. И пусть никто не проводит этот день в одиночестве. Берегите бабушек и дедушек. Уделяйте своим бабушкам и дедушкам внимание, проводите с ними больше времени, а то им так одиноко, когда вас нет рядом. Говорят, что внуков любят больше, чем детей. Поэтому важно уделять бабушкам и дедушкам внимание, заботиться о них и чаще напоминать о том, как сильно мы их любим.